Фирма сервис СРВ произвела работы по нанесению линии дорожной разметки. Согласно ГОСТа молдавского, а также установили дорожные знаки, где обозначены пешеходные переходы, а также на сей момент устанавливается искусственная неровность. В народе ее называют «бежачий полицейский», ну, и ограничиваем скорость для транспорта. В местах дислокации детских садиков и школ. Эта установка искусственной неровности заставляет водителей снизить скорость до километров 20, чтобы проехать данную неровность. Этим самым обеспечивается безопасность перехода улиц на пешеходных переходах. Так, куда? Давай, ехали.